Николаю Караченцеву исполнилось 65 лет, 40 из которых отданы театру и кино. В 2005-м несчастный случай круто изменил его жизнь. Актер попал в серьезную аварию, после которой до конца так и не оправился. Свой юбилей он празднует на сцене, в кругу друзей, учеников и поклонников. Их внимание и поддержка помогли Караченцеву встать на ноги. Мы очень много работали, издали 2 диска. Вот это последняя работа. «Я не солгу» называется. Дело в том, что он очень многому меня научил. Научил работать со словом. Научил относиться к людям, подавать им надежду.